Зачем вы это сказали? А тем временем у нас Лунук Сервантес, Руфус Наксо. И что-то сейчас случится. Что? Случится комбат Лунуба. Он нападает, как питбуль, вцепившись в свою добычу, не выпускает ее из зубов. Руфус, как игрушечная кукла в его могучих челюстях, пыхается, но внезапно отвечает ему ответной атакой. Ох, тех трэп от Лунуба, вот это скилл, я понимаю. Руфус явно не готов к такой внезапности. Ожидал Эджмастера, готовился к нему. Че? Тем временем Эд Сасай Фолька. Мне передали, я всего лишь посланец здесь. Не стреляйте в курьера, или как там было. Эд Сасай. До этого Эд Сасай кому-то еще сделал, по-моему. Лео Вердия Эд сделал. Сасай Эдж вылетел из турнира, сыграв 0-2. Прекрасный повод для радости. Если бы у нас сейчас Лоунук не вел один раунд к нулю против Руфуса, знаменитого покорителя французов, практически маршал Жуков, вот ему надо переименоваться, а вовсе не Руфус он должен быть. Но акробатические трюки Руфуса приносят ему вин. До этого Руфус 3-0 изнасиловал знаменитого пирата-крысу Типа, который вышел из небытия сюда к нам. Все это видели на стриме. Поэтому Лунук сейчас докажет не только, что он может постоять за себя, но и что он является лучшим сервантесом России. Возможно. Руфус тем временем ухватил его за голову, мечтает не дать этому случиться. Терпеливый Лунук, как хищник настоящий, ожидает свою добычу, сидит, ждет лоу, и именно когда лоу происходит, он подпускает блок. Хорошую кеми от Лунуба. Бросок. Будет ли вин? Это комба. Удержаться пытается сегодня в матче Лунук. Еще одна комба. Ой, это запор. Руфус панишит. Очень большие проблемы Лунуба. Руфус спамит лоу, отмена, лоу, отмена. В общем, все это. Ой, пока 1-0 Руфус, но Лунук достойно бился. Ему сейчас надо все то, что в первом бою им попадало, все то делать, всем тем попадать. Как скала он должен быть. Вот сзади ротированца скала, он должен быть как скала. Чтобы единственное, как противник мог скомбить, это об него, себя. Вот таким он должен быть жестко. Лунук, давай, перестань быть грушей для Руфуса. Покажи, что это не Франция уже. Здесь Раша, goddammit. Имя Александр, значит, победитель. Давай, победитель, вперед. Покажи класс. Класс показывает Руфус пока. Но Лунук наконец не отстает. Решает развести Руфуса ресетом на вейке каким-то хитрым. Это, конечно, не запор был. Это он пёртов, все было сделано. Руфус камбулину проворачивает, не ловится Лунук на тех трэпчике. Это хорошо, это говорит о том, что в нем горит скилла целая тонна, он делает рандомное говно. Руфус камбит об стену. Опять делает хок понизу, надеюсь добить, видимо, Сашу, нашего героя. Хоть и не тот Санек, который кинг, но все же все мы его любим. Руфус неостановим, он вместе с поками по 12, там по 10, и Лунук беспомощен перед лицом этого града ударов ошеломляющего панишет. Лунуба очень защитная такая у него стратегия, скомбит руку как стену, рекомендует Лунубу об нее же себя и убить. В общем-то, Лунук попадает в контрскит, но не тем, чем-то комбат Руфуса, ЦЕ, это, наверное, да, это вин 2-0. Но Лунук держится хорошо. Подумал уже персонажа поменять, но... Лунук сейчас... Ух, что будет сейчас. Пока ничего не происходит. К сожалению, рука слетает. Как пчела летает. Да, Лунук, к сожалению, слишком ловит. Пока что. Есть ли надежда у него еще пройти через этого демона? Руфус неумолим сегодня. Он после Франции хочет и в России все, всех победить. Или хотя бы шестое место занять. Но не хуже выступить, короче.
Давай камбэк, говорит Стар Платинум. Да, давай камбэк, Саша, вперед. Наказывает Сашенька, что-то идет не по плану. Это паник, это не запоры ГДР, это... Ох, Дмачок льется через край, сейчас он запарывает комбо. Ух, Джаз Гардет отвечает очень серьезным натиском. Сумеет ли удержаться? Очень опасная ситуация у края против нацию. Она крайне сильна у стены, она может любым панишем. Джаз Гард, бросок. Все что угодно она наказывает, и вы улетаете в стену, в рингаут, возможно, или просто на пол столба. Это очень опасно было для Лунуба, но он с честью вышел из этой ситуации тяжелой, как полагается настоящему мастеру. Ответный паниш от рук, очень хороший. Лунуб долго терпел, крепился, но не смог удержаться. Когда увидишь сверкание, нужно есть его. Это, знаешь, все пинают руку спонизу, поверху, в общем, руку стенает. Такова история Руфуса. Лоунук, видимо, пытался сбейтить рингаут, но как-то уж больно долго он думал о судьбе и вообще обо всем. Руфус панишит легко, на этот раз не встает. Ух, какая встречка. Какая встречка, запор. Какой запор. В общем, все происходит не по плану, похоже. Бросок. Степит, Руфус жрет. Бросок агрессивно, правильно, щеми его, не давай продохнуть, не давай ему возможность перейти в атаку. Только так ты покажешь всем, что ты настоящий про. Не давай Руфусу и себя сломить. Твой боевой дух воинский, где он? Вот так, да. Проткни его полностью. Руфус хватает за голову, катается по земле снова. Очень акробатичный персонаж у него. Лунуб отвечает ей, ой-ой-ой-ой-ой, ну хотя бы так, Лунубчик. Давай близок к тому, чтобы забрать хотя бы одну игру, но Рух втыкает ему ногу. И это будет, наверное, ультра-комбо-финиш. Сириус бизнес, но нет, too late.